Приднестровье подходит к концу уборочной кампании. Засуха повлияла почти на все зерновые в этом году. Уже есть предварительные результаты от аграриев. Во всех районах еще убирают пшеницу, и почти по всей республике средняя ее урожайность оказалась примерно на треть меньше, чем в прошлом году, в пределах 30 центнеров. Однако, как нам рассказали в Григориопольском районе, несмотря на то, что из-за засухи пшеницы собрали меньше, муки все равно будет достаточно. Пшеницы было собрано уже около 60 тысяч тонн по нашему району. Само собой разумеется, что не только район, но и республики хватит. В Дубосарском районе урожайность пшеницы чуть меньше, чем в других районах. Пока что это 27 центнеров с гектара. Ячмень в районе убрали полностью. На эту культуру засуха тоже повлияла. Средняя урожайность почти в два раза меньше, чем в прошлом году. 19,5 центнеров с гектара. А вот урожай гороха получился на уровне прошлого года. Еще на дубосарских полях впервые собрали чечевицу. Больше ее в Приднестровье нигде не сеяли. Чечевица тоже убрана полностью и пойдет на семена, чтобы можно было выращивать ее дальше.